Для многих телефоны Nokia ассоциируются с лаконичностью, солидностью и надежностью. Причем эти качества проявляются независимо от того, в чьих руках находится телефон. Респектабельного бизнесмена или потертого парня на скейтборде. Так было еще со времен, когда телефон мог только звонить и отправлять смс. Но и полифония со змейкой, само собой, были в почете. Со временем Nokia не отступила от негласного правила делать качественные и разнообразные по дизайну и начинке аппараты. Флагманский Windows Phone Nokia Lumia 800 отлично смотрится со стороны. Удобно лежит в ладони, не выскальзывает, весистый, приятный на ощупь. Монолитный корпус, строгие формы, острые углы, никаких выпирающих элементов. На заметку любителям бросать телефон где попало. Корпус выполнен из поликарбоната, поэтому он очень устойчив к повреждениям и царапинам. Благодаря отсутствию швов он прочнее, не забивается пылью и не скрипит. Если же вы планируете использовать телефон во всем хардкорных условиях, рекомендуем надеть фирменный силиконовый чехол, который идет в комплекте. Кстати, телефон и чехол есть в четырех цветовых решениях. Черном, белом, бирюзовом и пурпурном. Боковые кнопки отвечают за включение, выключение телефона, регулировку громкости и активацию камеры. Последняя двухпозиционная, как в настоящем фотоаппарате. То есть, полунажав на нее, вы фокусируете камеру, нажав до конца, делаете снимок. Кстати, эта кнопка работает даже при заблокированном экране. Можно легко воспользоваться этой функцией, чтобы не упустить момент и быстро сделать снимок. Сенсорные кнопки «назад», «пуск» и «поиск» тоже вопросов не вызывают. Стандартный разъем для наушников, порт microUSB и слот для сим-карты расположены сверху. Все привычно. Микрофон и довольно громкий динамик, расположенные на нижней грани телефона. 8-мегапиксельная камера с оптикой от Carl Zeiss, автофокусом и двойной светодиодной вспышкой находятся посередине задней панели. Благодаря такому расположению ее трудно случайно закрыть пальцем. Камера пишет видео с разрешением 1280 на 720 и скоростью 30 кадров в секунду. Также есть возможность настроить частоту затвора камеры 50 Гц или 60 Гц, благодаря чему на видео лучше получаются ЖК-мониторы и некоторые источники света. Фронтальная камера отсутствует. Одна из фишек Nokia Lumia 800 – сенсорный дисплей Clear Black AMOLED размером 3,7 дюйма и разрешением 800 на 480 пикселей. Он радует четкой реакцией на прикосновение, отличной цветопередачей, широкими, действительно широкими углами обзора и новой антибликовой технологией. Даже при ярком освещении все видно достаточно четко. Clear Black он назван неспроста. Инженеры Nokia очень гордятся тем, что им удалось сделать черный цвет действительно черным. Благодаря этому даже создается впечатление, что экран занимает всю переднюю панель телефона, а иконки приложений буквально парят в воздухе. Под корпусом скрывается процессор Qualcomm с частотой 1,4 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной памяти, Wi-Fi, поддерживающий стандарты 802.11bgn, Bluetooth и FM-радио. GPS голосовой автомобильной навигации, офлайн-картами, загружаемыми языками. Питает это все несъемный литиево-ионный аккумулятор емкостью 1450 мАч. Переводя в более привычные единицы измерения, можно сказать, что если вы будете периодически слушать музыку, звонить, пользоваться интернетом и немного играть, то на день-два работы можете рассчитывать. Это нормальный показатель для современных смартфонов. У Nokia Lumia 800 в коробке находятся следующие. Наушники с микрофоном, провод USB, microUSB для соединения с компьютером и зарядным устройством. Само зарядное устройство и силиконовый чехол, о котором мы уже сказали.